Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на моем сервере, который называется Amazing Pokeworld. И сейчас, ребята, уже когда немного обстановка так утихла, когда уже нет столько флуда, когда уже нет столько лагов, давайте сейчас проверим, есть ли лаги. Нет, ребята, уже нет такой большой задержки. Ребят, строю я домик. Я уже много тут всего сделал, я уже провел несколько раздач покеболов, чтобы у людей было немного покеболов. Вот сейчас я решил, ребята, что я построю себе дом. Не, как бы не себе, это будет не мой дом. Построю я дом, а потом раздам его. Потом я кому-то его подарю, можно и так сказать. Я не знаю, ребят, что это будет за дом, что я вообще с ним буду делать. Давайте. Фиг его знает, ребят. Честное слово, я не знаю, что будет за дом. Я вот сейчас что-то сделаю, какой-то прикольный дом, чтобы он хотя бы был. И потом его просто-напросто кому-то подарю, да и все. Да. В принципе, ребята, сейчас я отвечу на некоторые вопросы, которые люди очень много задают. И я уже заколебался отвечать. Ребят, не то, что заколебался отвечать, не то, что... Просто не то, что надоело, а столько людей, что я просто-напросто не успеваю на все ответить. Ребят, столько людей, я не успеваю ответить на все вопросы. Поэтому я, конечно, извиняюсь, но, в принципе, кому я не успеваю ответить, то извиняйте. Так, вопрос по поводу конфет, ребят. Конфеты уже работают, раньше, ну, чуть раньше они не работали, я не знаю почему, просто-напросто... Почему-то она просто не юзались. Но сейчас уже как бы вроде работает, уже можно их прокачивать. Ребят, словил я Абру только для того, чтобы посмотреть, работают ли конфеты. Я думал, может, на стартовике они почему-то не работают, но как бы уже работают. Абру ее потом удалю. Сейчас, ребята... Так, давайте это еще куда-то вот сюда поставим. Или нет? Пускай так будет. Еще, ребят, по поводу шапок. Многие пишут, что шапки не работают, как бы он их пытается поднять, но они как бы не работают, не поднимаются, и как бы они не знают почему. Шапки не работают, потому что я сам как бы не в курсе был, почему они не работают. А потом мне объяснили просто-напросто потому, что их дюпают. То есть я не знаю как, но как бы мне объяснили, что просто нашли какой-то способ их дюпать и никак это нельзя сделать, потому что действительно их просто-напросто дюпают. И поэтому они и не работают. Давайте, может, сейчас как-то продлим вот это, или пускай так будет. Вот это дом. Ладно, потом посмотрим, что это за дом будет. Я сам еще не знаю. Давайте, может, тут окошко. Вот тут. И давайте вот тут. Просто я решил построить дом ребятам, потому что многие пишут, что запривайте мне там покецентр, да, нету места, где жить, уже все запривачено. Потом я буду удалять те территории, которые просто-напросто люди по приколу заприватили и нифига там не делают. Еще, ребята, вопрос. Ну, шапок я уже ответил, да, их нельзя поднимать, когда их выбиваешь с боссов или еще с кого-то. Их нельзя потом поднимать, потому что их дюпают. И, ребят, я сам не знаю как, но просто мне объяснили, что их дюпают. И как бы много шапок, потом их будут продавать, да и все. По поводу априконов, тоже априконы выключены, так как связано с какими-то лагами. Сейчас большая нагрузка на сервер. И вот это, их можно только... как бы идти шахтюрить, да, и потом за ресурсы покупать себе шапки, и покеболы и все вот это такое. Еще по поводу, по какому еще поводу? Я, в принципе, ребят, даже уже не знаю. Может, еще по поводу покемонов, да, так как сейчас немного уменьшенный спаун покемонов. То есть его немного уменьшили, потому что тоже там связано с лагами, да, много лагов, и их немного уменьшили, вот этот спаун покемонов, как бы, уже не такой большой, но потом, когда лаги прекратятся, его снова увеличат. Поэтому, ребят, по этому поводу не переживайте, потом спаун покемонов будет еще больше, чем сейчас, да. В принципе, я все ответил, на что я хотел. По поводу мест модератора, ребят, не флудите мне. Я не буду каждому выдавать модератора, кто мне пишет, потому что много людей пишет, можно в модераторы. Ребят, я, конечно, понимаю, но тоже каждому, кто просит модератора,
это тоже как-то не очень, согласитесь. Так, ну, в принципе, ребят, я все ответил на все вопросы, которые задавали. Сейчас мы, наверное, просто-напросто построим где-то тут домик. Я еще не начинаю играть, то есть, как бы, я еще не начинаю играть в нормальном режиме, потому что еще первый день, ну, как бы, я не знаю, когда это видео выйдет, но сейчас первый день вот сервера. И... просто много лагов еще, можно сказать. Ну, не то, что очень много, но как бы я еще пока что не начинаю, еще иногда нужно отвечать на вопросы и еще что-то делать. Поэтому позже, ребят, мы начнем обычное выживание, да. Так, вот это может как-то вот тут. Вот так. Сейчас мы как-то это сделаем. Фиг его знает, что с этого получится. Я делаю такой дом просто, не знаю... хоть какой, можно сказать. Потом я его кому-то подарю. Если я успею его доделать, то потом, ребята, мы кому-то его подарим. Нет, ребят, стрим я прекратил, я еще расскажу, потому что очень большие лаги были. И да, вот. Давайте сейчас как-то вот тут сделаем. Я не знаю, что это будет за дом. Какой-то вот такой простенький, из кирпича. Вот, сейчас сюда. Посмотрим, что это за дом будет, ребята. Потом, может, его усовершенствуем. Нет. Что-то мне показалось, что там кто-то ломает вот то, но они не могут это сломать, да. Тут же запривачено, я сразу заприватил, а то уже пришли сюда сразу ломать. Так, да, ломайте, может, что-то досломаете. Так. И тут еще может как-то вот сюда. Я не знаю, ребят, что это за дом будет. Как-то он уже мне не очень нравится. Фиг его знает. Ну просто я как бы его не очень так планировал. Может немного. Ребят, вы... Ну, а сейчас... Давайте, давай, заходи. Заходите внутрь, ребята. Давайте сюда все. Давайте. Ну, заходите. Чё вы там стоите? Давайте. Ну, давай, заходи. Ну, давай, идите внутрь. Давайте, сейчас я вас там... Ну, не хотите уже, ладно. Давайте так, чтобы не зашли. Так, что мы сейчас тут построим? Давайте вот тут уже закончим вот это строить, какой-то маленький дом, потом его просто-напросто разыграем, чтобы тут кто-то жил, потому что просто настроили тут каких-то коробок, да и все. А это будет хотя бы не коробка, а какой-то такой более-менее дом, если получится. Сразу, наверное, его поставим туда. Пукихилку, компьютер, чтобы как бы сразу же со всеми удобствами дом был. Вот. А как вы строить-то можете? Точно. Они же могут строить. Твою же мать, вот это я не продумал. Ну как бы я забыл высоту поднять. Как удалить регион? Вот, отлично. Сейчас давайте быстренько. 1, 2. Все, сейчас уже строить никто не может. Все, я просто забыл высоту поднять. Так. Сейчас... Уже не можете ломать, ребятка. Так, давайте тут сейчас как-то поставим вот так. И вот тут тоже. Построим такой небольшой домик. И потом, ребята, я уже думаю, можно будет начать выживать. Тоже где-то себе дом построим. Но, в принципе, не сейчас. Magikarp. Слушай. Magikarp. Как, какой у тебя там ник?
Все, стой там. Туф, так, что-то я не знаю, что это за дом будет, какой-то он уже не такой, как нужно. Давайте, может, еще на один поднимем, потом посмотрим, что там. Так, давайте еще на один этажик поднимем. И потом кому-то мы его, ребята, не продадим, а подарим. Да. Я не знаю, как мы это сделаем, как мы его разыграем, вот этот дом. Но потом мы куда-то его... Кому-то мы отдадим. Так, где у нас вход? Давайте вот этот блок возьмем. Так, какой-то не такой дом получается, как я немного планировал, но ладно. Пускай будет. А кто будет ломать, того буду кикать. Потому что это тоже не по-людски получается. Что-то я тут забыл, походу это как-то... Как-то оно вот так должно быть, да и все. Сейчас мы вот тут это сделаем, потом можно еще крышу сделать. Чтобы там еще какой-то этаж был дополнительный, что-то такое. Не, ребят, никак вы это не сломаете. Так что... Так что. Так, давайте еще вот тут. И вот тут вот это еще сделаем. Вот так. И вот тут вот так. Сейчас. Ага, тут. Тут я забыл, походу. Так. Вот, отлично. В принципе, такой простенький домик у нас будет. Давайте тут... Сделаем как-то вот так. С этой стороны тоже как-то вот так. И что с этого получится, я не представляю. Тут давайте мы как-то поставим, что бы мы тут поставили. Давайте вот это попробуем. Так. И вот тут тоже мы поставим. Сейчас давайте вот тут тоже так сделаем. Я не знаю, зачем это, может, поприкольнее как-то получится. Че вы там строите и как вы это вообще строите, я не представляю, как вы туда вообще залазите. Тут же нифига нету. Ладно. О, давайте в дом. Забегите в дом, ребята. Пошли в дом. Сейчас сидит там. Так. И, ух, чё-то я тут забыл или нет. Вот так. И с этой стороны может тоже как-то... Вот так. Ну чё, ещё будешь в дом забегать? Будешь ещё в дом забегать? Вали, давай, все. Так. Ну вот сейчас действительно было бы получше, если бы просто-напросто оттуда свалили, потому что это что еще такое? Ребят, вот такую хрень не нужно делать, потому что просто-напросто сейчас. Если это запривачено, то это вообще сдуреть можно. Нет. И кто вообще вот это делает, я не представляю. Увижу, руки поотрываю, да и все. Ну не, руки поотрываю. Ну реально, ребят, такое делать не нужно. Просто гадить мир, столбы строить, вот эту хрень всякую строить, непонятную зачем. Не надо, ребята, этого делать. Вот, смотрите, что понатворили тут. Так, ну чё. Давайте мы сейчас... Как-то этот дом достроим. Что с этого получится? Так, возьмем мы вот это. Так. Сейчас мы вот тут сделаем немного.
Так. Тут тоже нужно. Где у нас? Давайте вот. Тут тоже мы так сделаем. Отлично. Ага. Сейчас. Давайте сделаем тут какой-то заборчик. Как-то вот так. Так. Сейчас давайте. Да, ну иди отсюда. Там-пам-пам. Давайте тут как-то мы вот так сделаем. Посмотрим, что с этого получится. Вот так. И вот тут вот так. Хм. В принципе, прикольно. Вот так. И вот тут вот так. Пускай будет. Такой себе домик будет. Так. Ага, сейчас давайте тут, например, мы сделаем вот так. Угу. Тут как-то вот. Так, давайте еще, наверное, на один поднимем. И вот так. Ага, ну, в принципе, прикольно, мне нравится. Вот такой небольшой домик будет прикольный. Так. Вот тут я не знаю. Не, пускай будет вот так. Вот что я еще забыл. Так. Стекла. Этот дом не мой будет, ребят. Я еще расскажу, я кого-то ему дам, подарю. Вот такой домик. Сейчас давайте вот это. Вот так. Да я знаю, что вы знаете двери открывать. Так. Сейчас. В принципе, уже так более-менее. Фиг его знает. Что тут еще можно сделать? Такой прикольный дом уже. Давайте сейчас внутри. Ага. И давайте тут как-то... Как-то мы вот тут сделаем. Так, тут давайте сделаем кровать. Хотя кровать тут, в принципе, не нужна. Тут никто не спит. Как-то мы вот это сейчас вот сюда поставим. Тут у нас, я не знаю, что тут у нас может быть. Давайте поставим. Так. И вот так. Нет, это уже слишком как-то банально будет, что ли. Хм. Не знаю, ребят, что мы тут можем еще сделать. Ладно, пока что пускай будет так. В принципе, давайте. Давайте мы сюда сундучок поставим обычный. Вот сюда. Сюда мы вот. Нет, это мы давайте куда-то вот сюда поставим. Это вот сюда. И сюда тоже можно. Сюда давайте. Давайте-ка мы вот сюда поставим небольшой. Нет. Давайте поставим обычный столик какой-то. Нет. Вот так. И вот так. И вот тут, в принципе, тоже так можно сделать. Отлично. Это что тут? И сейчас давайте-ка мы поставим вот сюда. Что, нельзя сюда ставить? Ладно, поставим мы сюда версточки, куда бы их поставить. Вот сюда один можно и сюда один можно. Печки. Печки давайте.
Давайте-ка мы печки поставим вот сюда или нет? Вот сюда. И вот тут сделаем вот так. Вот, по приколу. Так, печки, да, можно. Давайте уже так сделаем, чтобы было. По половинке угля поставим, подарок, можно сказать. Так. Тут я не знаю, что бы можно было бы сделать. Пускай будет вот так. А, тут. Тут давайте мы поставим такое небольшое местечко для сиденья. Вот так. Как-то. Давайте, может, вот это. И все. И вот тут. Нет. Нельзя тут это ставить. Давайте вот тут поставим. И вот тут. Так, вот тут сделаем камеру вот так. Больше, в принципе, ребят, у меня идеи нету, что мы тут можем сделать. Давайте еще поставим, может, сундучки куда-то. А, вот что я еще вспомнил. Ну, давайте это мы куда-то поставим вот сюда. Так, сейчас. Где оно? Тут же есть полублоки кирпичные. Да, вот они. Вот так поставим. Тут, если можно. Нет, нельзя, ладно, пускай будет вот так. Еще что мы можем сделать, ребята? Что мы еще можем сделать? Вот так. Тут давайте мы еще поставим. Поставим. Вот так. Отлично. Подъем. Подъем на второй этаж. Вот так. Ага. Нет, тут не получится. Давайте тогда мы его сделаем где-то вот тут. Такой подъемчик. И что мы тут сможем сделать, ребята? Что мы тут можем сделать? Давайте поставим факелы куда-то. И тут. Давайте поставим себе вот так. Ну, как бы не себе, да? Тут мы поставим. Отлично, можно открывать. И так, как бы небольшое еще такое. Пару сундучков. Мы можем как-то вот так поставить. Сюда, например. Вот так. Чтобы было больше. Вот. И сюда еще давайте. Ну давай. И сюда давайте, может, еще по печке, что ли. По приколу. Пускай будет. Да и все, в принципе. Больше тут нифига не нужно. Пускай будет вот так. Вот такой небольшой домик. Что мы еще можем поставить тут? Да, в принципе, уже нифига больше. Пускай будет вот так. Отлично, ребят. Вот такой небольшой домик получился. Вот так. Все, ребята, дом готов. Я так думаю. В принципе, может еще тут где-то факелов немного так поставить. И все, ребят, дом готов. В принципе, построили мы его. Потом мы его кому-то разыграем, кому-то подарим. Вот такой небольшой, прикольный дом, в принципе, получился. И, ребята, давайте на этом все-таки закончим. Потом мы, наверное, кому-то его подарим. И позже, наверное, все-таки уже начнем летсплей, можно сказать. Ну, как бы сезон, новый сезон на сервере, да? Харе уже строить вот эти хрени. Ребята, я вас еще раз прошу, это бесит. Ну просто нахрена? Чё такое? Вот, все.
Ребят, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.